Здравствуйте, Мин, официальный фан-клуб Евровидения в Азербайджане. Хотели бы, чтобы вы поделились своими ощущениями и чувствами. Как мы знаем, вы не первый раз выступаете на бакинской сцене, и сегодня вас ждут ваши фаны и фаны Евровидения. Есть ли волнение? Какие чувства? Волнение перед сценой есть всегда. Я думаю, что если его не будет, то, наверное, ты к этому потерял просто интерес. Но это хорошее волнение. Конечно, мы очень ждем этого вечернего концерта сегодня. Потрясающая погода, праздничное настроение. В преддверии Евровидения мы все этого ждем. Мы с удовольствием снова приехали в Баку со всеми моими музыкантами. И сегодня надеемся всех снова удивить, порадовать красивой музыкой. Как мы знаем, вы готовите грандиозное выступление на сцене Евровидения в Crystal Hall. Хотели бы, чтобы вы поделились с фан-клубом эксклюзивной информацией. Чем вы удивите европейскую и азербайджанскую публику на этой легендарной сцене? Я думаю, что это очень ответственное выступление для меня лично. По многим причинам. В первую очередь, наверное, потому что я азербайджанец, который фактически своим выступлением будет закрывать этот конкурс. Для меня это ответственно, очень почетно, приятно. Я к этому серьезно очень готовлюсь. Это с одной стороны. С другой стороны, если я вам все расскажу, вам, наверное, будет неинтересно видеть это воочию, когда это все произойдет. Но я могу сказать, что у нас задействовано около 80 человек в нашем номере. Мы сумели интегрировать в современную музыку национальные инструменты, национальные элементы, специально написанные для вот этой композиции, с автором, который я являюсь. Мне кажется, что это будет что-то абсолютно новое, интересное и даже неожиданное. И напоследок, что бы вы хотели пожелать и передать фанам Евровидения? Ну, наверное, если коротко, можно сказать, что, дорогие фаны, ждите Евровидение, готовьтесь к нему. Это грандиозное событие, наверное, которое в нашей жизни, в Баку, пройдет еще не скоро. И мы должны очень радоваться, ценить и гордиться этим уникальным шансом. Light your fire!